Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Lucci.ru. И сегодня мы вновь смотрим с вами эмали подмосковные. Посмотрите, какая красота! У нас сегодня цветы, да, такая флористика идет. Осень, цветочки у нас заканчиваются, цветение на деревьях, поэтому можем себя порадовать вот таким вариантом. У меня сейчас на руке салатовый цвет и вариант коротких серег. Вообще, вот, когда есть весь комплект, серьги, кулон и кольцо, это очень удобно. Причем я тоже всегда беру с кулоном, хотя кулоны, получается, мы носим, конечно, реже. Да? Но, тем не менее, бывает, когда такая зона декольте, и хочется туда что-то повесить. Поэтому это всегда удобно. Эмаль у нас расписывают руками, поэтому это все равно ручной труд. И, конечно, красоту вот этой росписи, красоту всех элементов, мне кажется, невозможно переоценить. Да? Шикарные совершенно изделия. Называется комплект «Розовая фантазия». Это название завода, не наше. Такая красота, поближе показываю. Замочек немножечко занижен, но эмали всегда не очень тяжелые, поэтому, вот, например, сережки такие большие, 10,76, 5,2 грамм на ушко, да, вполне себе приемлемо практически для всех, ну, как бы для всех, для тех, кто даже носит не тяжелые украшения. И колечко, посмотрите, какая красота, шиночка немножко расходится. Я вообще люблю всегда, когда кольца вот имеют широкую шинку, 18 размер. Я примерила на 17,5, очень удобно сидит. И прекрасно они в эксплуатации себя ведут, имею массу комплектов и всегда получаю в них комплименты. Значит, вот такая цветовая гамма у нас 18,5. Тоже, видите, зеленый, но более такой спокойный, благородный, уравновешенный, да. Хотя элементы яркости, вот эти вот бутоны, видите, раскрашены с таким вот красным небольшим прям, да, видите, окаемочкой красной. Очень приятные изделия, тактильно приятные, внешне приятные. Конечно, к любому такому гардеробу совершенно спокойному они очень хорошо подойдут. Красный цвет у нас размер 17,5. Ну, кстати, тоже надела на 17,5, но поплотнее. Здесь у нас сережки, видите, на длинной швинте, да, для тех, кто любит подвесные. И здесь, конечно, такие они яркие, насыщенные. Длина штифта порядка 6-7 миллиметров. На плотную мочку уха тоже, конечно, хорошо сядут. И вот такой очень приятный какой-то сиренево-фиолетовый оттенок с зеленым, да, хорошее сочетание. По розочкам идет тоже такой орнамент, ой, обрамление, тоже 17,5, в общем, все колечки небольшие. Посмотрите, как красиво смотрится, очень нежный цвет, не такой, не электрический, а именно такой ровный, спокойный, хорошо оформленный. Так что заходите, выбирайте, это комплект изюминка к вашему повседневному наряду, ну и женщины, мы всегда любим цветы. А мы всегда вас ждем в нашем магазине. Всего хорошего!